Он жарит йогурт. Я в шоке вообще. Всем привет. Сегодня мы пошли в крутейшее место. У нас на районе есть торговый центр Айон. На четвертом этаже этого торгового центра есть большой фудкорт. Поздоровайтесь со всеми. Всем привет. Привет, скажи, Агата. Привет, говори. Вероника занята. Вероника решила потрясти, стариной тряхнуть. Делай зарядку, пока не. Ну, пойдемте. Пойдем. Много-много еды. Едой прям пахнет. Это вроде как столовая. Подходишь, берешь. Такие булочки забавные. Сними эти булочки. Очень классные булочки. Да. 28 юаней суп. Хорошо, хорошо. Хорошо, мы подумаем. Хорошо, мы подумаем. Ну, на картинке выглядит красиво. На картинке выглядит красиво, а по-настоящему мы вот похожее блюдо заказывали. А она не очень. Это подожди, что такое? Вообще это какая-то. Кровь, да? Это же... кровь. Это кровь, не кровь. Она похожа на кровь. Корзину берешь, подходишь, накладываешь. То, что ты хочешь, и тебе буквально он за 5 минут запаривает все, что вот наберешь, запаривает вот такую тарелочку. Очень вкусно. Вот так вот я хочу. Конечно, не настоящий. Вот так хочу. Смотри, как жарит. Смотри, как обжаренная, смотри. Очень съедобно выглядит. Ну, в общем, я предлагаю здесь покушать. Мне вот так хочется поесть. А вот ты? Это смотри, как аппетитно. Очень много зелени, мясо есть. Это настоящее. Настоящее. Даже пахнет, понюхай. Пахнет, везде едой пахнет. Это настоящее. Ну, мне нормально будет это. В общем, здесь кэш кладешь, тебе выдают карту, на карте деньги. Карта стоит 10 юаней. Вот. Ходишь, эта карточка везде рассчитываешься. Вот. Сколько денег остается, на карте приходишь, карту отдаешь.
остатки денег они тебе на руки отдают. Все, вот такая вот карта. Все, идем покупать еду. Выглядит так аппетитно. Зелено, прям шедевр. Как это ловко этими шкирками, да, ходится? Почистил плиту. Почистил, по-моему. Они перед чугунной сковородкой. Да, это чугунные сковородки. Они перед тем, как готовить блюдо, они ставят на сковородку. Сковородка, естественно, вот эта чугунная нагревается. Еда, когда уже готова, они выкладывают на сковородку, и вот она вот на такую деревянную дощечку подают, чтобы, видимо, еда долго оставалась горячей. Прикольная кухня, будем пробовать. Вот такую нам вкуснотищу принесли, еще суп прилагается к этой вкуснотище. Сегодня мы не одни, мы сегодня с нашим другом Агата. Агата, помаши рукой. Привет. С Агатой мы познакомились год назад. Она работала в KFC. Вот. Мы подошли заказать также еду, да? Вот. И она с нами заговорила по-русски. Вот. Агата говорит по-русски и на путунхуа, и на кантонском диалекте, правильно? Вот. Ага, скажи по-китайски, как тебя зовут, где ты учишься? Привет, меня зовут Агата. Даня хао, меня зовут Чэн Ся Мэй. Я студентка, которая учится в университете иностранных языков. Все. Так что вот. Вкусно? Да. Тебе вкусно? А тебе? Здорово. Я уже суп доел. Ладно, приступим. Какой напиток вы выбрали? Какой? А это что это такое? Это апельс. Это манго. Это арбуз. Окей. И вот этот скажи. Да. В общем, мы себе на десерт выбрали вот такой вот, как это, йогурт с фруктами. Сейчас. Сейчас.
Все готово. Да, да. А я почему-то думал, что это дело не перемешивается, а так... Тебе можно? Я так красиво не смогу. Я просто буду это дело все трясти и все. Да, я буду просто трясти и все. Ты хочешь тебе перемешать? А? Да? Это очень много силы. Вот так, вот так надо. Надо кунг-фу делать. Ой, да смотри, он йогурт сейчас будет жарить. Это кому он готовит? Вон тем где. А где мое блюдо-то? Это вот оно? Мое? Что он делает его? Жарит что ли? Он жарит йогурт. Я в шоке вообще. Странно, да? Для нас, да. Для нас это очень странно. Чтобы у нас, в России жарили йогурт. Можно попробовать? Я тоже хочу попробовать. Как это вкусно. Офигеть. Вот это тоже, мне кажется, очень вкусно. Да. А мне вот с манго понравилось. Что? Попробуй. Не с арбузом. А? Не с арбузом. Мне с манго больше понравилось. Смотри, как он тебе красиво сделал. Вот это шедевр. Ну, вы идите, а я покушаю. Садитесь вот там. И берешь немножко манго. Это фасоль. А, это фасоль. Это фасоль. Оказывается, это фасоль. А не очень. Не очень. Можно мне попробовать? А вот йогурт жареный, вкусный. Попробуй с йогуртом. Давай. Говори как. Так, даем Вероничке попробовать. Да. Я тебе... А я тебе все дам попробовать. Нет, да. Да, это надо. Вот у тебя все. У тебя йогурт, арбуз, манго, изюм и фасоль. Йогурт. Давай. А. Можно мне? Ну, вкусно, я тебе серьезно говорю, вкусно. Фасоль. Ну, можно мне. Фасоль тогда. Давай, снимай с себя. Давай. Говорю. Залетает ложка. В общем, он йогурт не жарил, а он его замораживал. Он, видимо, включил как-то на заморозку, видимо, эту плиту. И вот он прилипал к нему, и йогурт, в общем, остывал. Просто Агата неправильно сказала. Она сказала, что он его жарит, а он его не жарил, он его охлаждал. Мне кажется, там внизу жидкий азот. Я не знаю, наверное, может быть. Вот, и он вроде как прилипал, он его шкребками его
отдирал от этой плиты. Проходили мимо вот такой вот штуки, как вафли, что это, как бы по-нашему готовят. И нас угостили вот... И нас угостили за фотографию, да? Да. Наверное, так. Угостили вафлями и попросили сделать фото. Ну все, мы наелись, напились. Ой, я пью. Пойдем в игровые автоматы. Это китайское название. Да, это какое-то китайское название. Да. Как это место называется, мне же интересно. В общем, мы пошли... Игровые автоматы. Да, в общем, мы пошли поиграть в игровые автоматы. Здесь очень много игровых автоматов. Такой ассортимент просто офигеть. Сейчас мы 100 юаней разменяем на монеты, на местную наличку. И будем играть. 100 юаней опускаем в аппарат. И он нам просто сейчас стакан насыпет кучу-кучу денег. Надо 387.
Ручка какая-то, вон набор, смотри, какой-то красивый. Вон тот набор можешь взять. А вот сотня даже есть, смотри. Некоторые с пакетом приходят, смотри. Приходят с пакетом. Поиграли маленечко и пошли выгружать выигрыш. Девочки, наигрались? Довольны? Призы показываем. Ника выиграла себе мишку. Вот такой одежки. Вот она уже его любит. А ты выиграла, показываешь, что? Ручка. Давай остановимся, покажи. Ручка. Ластик. А это что такое? Это, по-моему, знаешь, автоматический карандаш, а это стержни для них. А, да, это стержни. Всем пока-пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ставьте комментарии. Нет, пишите в комментарии. Всем пока-пока. Всем пока.